собрался? Да, уже погулял. А, уже погулял сходил? Да, как спящая погулял? Красавица. Как погулял? Нормально. В лужу провалился одной ногой. Какой? Всем привет! У нас уже пол первого... Господи. У нас уже пол первого дня, а я только встала и заправила свою постель. Классно, да? Потому что лето... Сейчас я буду монтировать влоги. У меня их очень много. Вот. И ноги. Не смешно. Вот. Артём уже сходил, успел сходить погулять. Ты закончила? А? Да. А я в это время болтала. Ну я иду. Вот Артёма сыпь. У какого? У Лебедева? У Лебедева. Вот. Лето кончилось? Как сыпь? Что случилось? Смотрите, как можно. Типа вот моя рука. Смотрите. Любишь? Что, подожди, подожди, не держи руки. Фу, она размазывается. Ты же есть еще много таких вот штук. Есть оранжевый, хотите испытать? Это желтый. Эй, ты, да не надо, ты мне майку испортил. Хотите, покажу, как выглядит боль? Вот так. Yes. Вот так вот он выглядит. Потому что он уже у нас давно. Этот рюкзак у нас очень давно. Вот. И его что-то вообще никто не чинит. Вот. И мы его решили выкинуть. Ничего, к ним бомжам пойдет. Тоже хорошее дело. Привет, мы пришли домой. Да, мы пришли домой. Мне не видно. Класс, вообще супер. Встану на кровать, отойду подальше. Здесь я неплохо получаюсь. Мы пришли домой. Мы купили в кучу. Короче, мы вообще сделали как будто кучу типа генеральную закупку. Ну, все-таки воскресенье. Вот. И уже сходили погулять. Я бы не снимала, потому что вообще нечего было снимать. Мы просто гуляли, ходили, катались, и что-то как-то нечего было снимать. Вот, сейчас, может, поужинали. И я, наверное, пойду сейчас в душ, сейчас у нас уже без 28. Так что вот так вот. Вот такие вот у нас дела. Рассказывай, что случилось. Я запрыгнула. Зачем ты так бросаешь? Покажи зуб. Стой, стой, приближаю. Зуб. Покажи. Покажи. Ужас. Положи его под подушку. Иди ложи под подушку. Клади под подушку, чтобы завтра, да, зубная феечка Тёмочке принесла подарок, да? У меня подушки нет, я без подушки живу. Я сходила в душ, приняла ванну, вот, и я помыла волосы, да, очень интересная новость, вот, мы, в принципе, ничего не делаем, вы видели по предыдущему файлу, как у Артёма выпал зуб, класс, ребенок еще ребенок, 10 лет только, ну, 11, может быть, вот,
И, наверное, я буду уже с вами прощаться. У нас уже что-то поздно, я реально. Вижу тебя, новая девочка. Ты никогда не умела прощаться. Так что, всем спасибо, что ты посмотрел это видео. И пока.